Начнем выпуск с ситуации с коронавирусом. В Башкортостане побит новый рекорд по заболеваемости. За сутки диагноз подтвердился у 1678 человек. Об этом сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом в республике заболели более 137 тысяч человек. Выписано с выздоровлением почти 124 тысячи, в том числе 626 человек за минувшие сутки. По данным Минздрава, на сегодняшний день от коронавируса привились более 2 миллионов 222 тысяч взрослого населения. Спутником М вакцинировали 1950 подростков от 12 до 18 лет. Отметить, что заболеваемость среди детей до 1 года за неделю выросла в 3 раза. В возрастной категории от 7 до 17 лет в 4. Накануне на удаленку перевели всех школьников Баймака, а также студентов Башкирского государственного, аграрного и педагогического университетов.